29 января губернатор области выступит с традиционным обращением к жителям региона. Главная тема – план реализации наказов президента. Об этом сообщил Андрей Воробьев на плановом ВКС с руководителями муниципалитетов. Безусловно, послание касается приоритетных направлений развития нашей страны, нашего региона в частности. Очень подробно и актуально была затронута социальная политика. И если говорить о Московской области, прежде всего, тема школ, детских садов, ясельных групп – это то, что является нашим очевидным приоритетом. Вместе с Министерством финансов мы смотрим и, безусловно, найдем решение по горячему питанию, о котором президент говорил. Более подробно на все эти темы, уважаемые коллеги, я остановлюсь, расскажу, представлю программу 29 января.